Ну что я хочу сказать по итогу? Баня есть, печку поменяли, результат хороший, в бане тепло. Печку начала тихонечко заштукатуривать, сейчас-то покажу. В дальнейшем я думаю выложить плиткой баню, печку. Результат я буду свои показывать, а сейчас мы будем штукатурить. Вот это я уже штукатурила. Ну, да, еще немножечко, наверное, надо, да, наверное, чуть-чуть. Вот здесь все поправить, вот штукатурить. Вчера быстренько-быстренько вот это все надо делать. Вот это вот. Это я вам покажу, если вот так съела. Ну, надо за моей работой обязательно. Опять раз. Надеваем косыночку. И начинаем работать. Мешаем раствор. У меня уже поломался ноготь. Ну, это мне уже не привыкать. Постоянно что-нибудь происходит. Но я стараюсь перчатки одевать. Хотя не всегда с ними будет поработать. Чтобы не месать раствор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Раз. Смесь вот такая вот. Я их все разбиваю. И потом уменьшаю консистенцию. Тут 5 килограмм. Сейчас будем мазать. Внимательно. Еще разговаривать, объяснять. Так, ну сначала мы, ну а сначала мы брызгаем вот так стену водичкой, чтобы увлажнить ее. Чтобы вы не смотрите, так вы меня не думайте, что я тогда конкурент. Я тут вообще нифига не разбираюсь. Чего я делаю? Это, конечно, все двумя шпателями надо делать. Удобнее будет. Я покажу сейчас вам примерно, что я делаю. Нужно стену как можно ровнее сделать. Ну, не до конца. Завтра буду до конца доделывать. И вот здесь сейчас заштукатурила. Завтра вот здесь вот чуть-чуть буду делать труба, когда стынет или вечерком. И еще у меня осталось.